Продолжается регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Проводится оно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До старта четвертого голосования остается немного времени. Основная задача волонтеров – информирование граждан о возможности участия во всероссийском онлайн-голосовании и о предоставляемых объектах благоустройства. В этом году онлайн-голосование за новые объекты благоустройства охватит более 1500 муниципальных образований по всей стране. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2025 году. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет. Зарегистрироваться можно на платформе добрых дел добро.рф, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Клуб общения поколений «Мудрость и здоровье» Самарского дворца ветеранов приглашает увлекательно и с пользой провести время. Это отличная возможность преодолеть социальную изоляцию для пожилых людей, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки города. В клубе можно встретиться с единомышленниками, познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом и зарядиться энергией. Дворец ветеранов приглашает всех желающих присоединиться к занятиям, которые проходят каждый понедельник и четверг в 10:00. Подробная информация по телефону 261-49-22. В Центре детского творчества «Металлург» прошел районный конкурс театрального искусства «Подмостки». Он направлен на выявление талантливых детей и подростков, а также на помощь в развитии и раскрытии их творческих способностей. Театральные коллективы учреждений дополнительного образования, подростковых клубов и школ Кировского района продемонстрировали на сцене свое актерское мастерство, режиссуру, сценическую культуру, эмоциональную выразительность. Победителям и призерам конкурса вручили почетные грамоты, пишет телеграм-канал Кировского района.